Самым креативным, самым интересным студентам нашего университета. Я никогда не устану повторять эти слова, потому что ежедневно радуюсь вашим и нашим общим достижениям. И это не только учеба, спорт, это, конечно, наша факультетская наука, наше прекрасное соуправление, наши интереснейшие творческие таланты. Мы подводим итоги дней факультета, вы смогли зажечь во всех направлениях. Такого количества мероприятий ни в один год наш факультет не показывал и не демонстрировал, как это было в этом 2023 году. Чего стоят только наши 5 крепких, устоявшихся проектов, наш прекрасный журнал «Респонс». Отдельная благодарность – это нашему студенческому соуправлению. Ничего бы у нас не получилось без дружной, слаженной команды под руководством нашего чудесного председателя, выпускницы этого года Екатерины Банецкой. И если уже говорить о выпускниках, то на самом деле есть студенты, которых очень жалко отпускать в эту большую взрослую жизнь. И сегодня мы хотели бы назвать их фамилии и имена. Это Ирина Курта и ее прекрасный проект «Без халатов». Это Глеб Зичков с его мощным научным потенциалом. Это наш великолепный Константин Тихонов и многие-многие другие ребята, за которых мы искренне рады. Что можно сказать студентам других курсов? Смотрите на старшекурсников. И еще, что очень важно, смотрите на себя вчера. Очень важно сравнивать себя с самим собой только вчера. За этот год вы стали лучше, вы получили новые знания, вы получили новые навыки, вы глубже взглянули в медицинскую науку и практику, вы стали еще ближе к своей заветной мечте – стать самым лучшим, самым потрясающим, самым квалифицированным специалистом для сферы охраны психического здоровья. А мы всегда рады вашим успехам, результатам и готовы вас поддержать. Ваш декан – Бойко Светлана Леонидовна.